программа мероприятия? Сегодня мы хотели бы представить нашу делегацию российскую. Мы привезли лучших актеров и актрис этого года, самых успешных продюсеров этого года и привезли самые свежие картины. Все эти фильмы, они просто вышли в этом году, они буквально вот-вот идут в прокат или только вышли в прокат, а одна картина будет показана за день до начала проката в России. Maybe I should translate it? А вы собираетесь снимать кино в Индии? Да, мы бы очень хотели, чтобы вообще практика, которая была еще четверть века назад нормальной для Индии и России, копродукция, чтобы это все вернуть и для Индии, и для России. Мне кажется, это такой взаимовыгодный был бы проект, потому что в России есть потрясающие локации. У нас многие изменения произошли в процессе кинопроизводства, что было бы выгодно продюсерам Индии. Ну и, соответственно, российским продюсерам тоже крайне интересно было бы обратиться к такой широкой аудитории. Более того, сразу две картины, даже чуть больше, по-моему, да, три картины, которые мы привозим, они все имеют отсыл к индийскому кино. То есть, на самом деле, вот эта схема индийского фильма, она очень популярна у российского зрителя, и наши российские режиссеры, делая кассу, обращаются неизбежно к традициям индийского кинематографа. Выбрали именно Мумбаи? Для нас Мумбаи очень интересное место, потому что именно здесь сконцентрирована вся история кинематографа индийского, знаменитый Болливуд. И, конечно, нам хотелось именно здесь представлять наши лучшие работы и общаться. У нас здесь очень много деловых встреч с вашими продюсерами, с теми, кто снимается в кино, кто делает кино. И мне кажется, это очень верно именно начинать с Мумбаи. Но в этом году мы еще едем в Гоа на международный кинофестиваль. Там тоже будем показывать наши фильмы. И вот с этого года мы расширили нашу аудиторию. Мне бы очень хотелось, чтобы в следующем году и дальше мы расширяли историю, и Мумбаи как центр нашего фестиваля, а дальше распространяться в разных городах Индии, показывать кино как можно большему количеству зрителей. Thank you. Thank you. Вот она, селфи. Помощи.
Спасибо большое. Улыбаем. Глаза. Спасибо.